Блять, кто посмел? Здравствуйте, дамы и господа, любители брутализма. С вами я, Найтвул Хиро, и со мной, опять же, просто Юра, просто Ельцин. Курим, короче, вот такую штуку интересную. Драки 60. Да, и у нас сегодня очень интересный обзор. Новый вышел из Авульф, Fresh Mint, Мохито. Первый раз мы, помните, да, я делал обзор. Он был типа на Изовульфа, и Изовульф был из магазина, гипермаркета «Фамилия». Соответственно, это магазин «Реал». 50 рублей цена данного напитка. Fresh Mint содержит натуральный сок. Не дергайте никого за сосок. Sugar Free. Кофеин, витамин В, таурин. Дух воина в японской мифологии, воплощением добра. Да-да-да, это все мы читали, блядь. Мохито, Республика Беларусь. Белорусам привет, короче, это наши ребята, наша бригада. Передайте, кстати, Юра, привет им. Белорусам здорово. И сегодня мы с тобой будем погружаться в икигай. Я не знаю, что это такое. Это философия, помогающая находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах. И если старый, короче, блядь, в икигай не погрузится, придется дать ему просто, блядь. Калининскую область, блядь. Калининскую область, да. Ну, собственно, дизайн мне нравится. Нормальный такой дизайн. Мохито, вот лимончики такие. Здесь мята нарисованы, как, ну, напиток Мохито. Зеленый волк, но все, в принципе, фэн-шуй, как и должно быть. Ну, я ставлю 5 из 5. Короче, дизайн топовый, залетает. Ты что ставишь? Ну, можно поставить, я думаю, двойку, уверенно. Двойку? Ладно, поехали. Так, подвел нас старый немножко, ладно. Ой, блин. Придется делать вот так. На видео экстренная ситуация произошла. Там, давайте, взрываем. Ну, звук 2, блядь, пиздец, мне не понравился. Дым вот идет, смотрите. На камере видно. Ну, короче, я видел, блядь, 2 балла, нахуй. Ну, за дым можно 3 поставить. 3, да? Да. Так, теперь первым наливаем, короче, смотрим. Мохито это... Вот. О, вот это нормальный цвет, это не то, что, блядь, было. Предыдущее видео, да? Да, блядь. Вот, вот как должен быть цвет у нормального энергоса, который соответствует самому описанию, в принципе. Вот-вот-вот, ебаный в рот, смотрите, нахуй. Клопы, блядь. То есть, ну, просто нормальный цвет. Вот, ёпта, 5, нахуй. Мохито, мохито, ёпта. А не то, что ну, на прошлом видео залупа. Предлагаю ввести новую оценку за то, что не наебали, и то, что написано в банке, предлагаю поставить 5. 5, 5, конечно. Я даже сказал 5 с плюсом. Смотрите, какой череп охуенный, блядь. Давай запах сразу ебанем. Ну, блядь, отдает лимоном. Ну, знаешь, еще была такая, типа, фэри для рук, короче. Там у мамок, ёпта. Вот, типа, такой хуйня дает. Ой, блядь, все, это жидкость для рук, ёпта. Так, давайте, без рук. Я делаю левый хук. Кто-то еще не понял, что это за трюк. Я вам не для трюк. Хуярим, закручиваем крышку. Вот это супер трюк. Давайте ставьте, короче, классы, лайки. Кто хочет, может донатить там. Спасибо Элма Кеннеди, Кибербрату, Давиду Децолу, короче, Селу Доутаманчуку, Жене ДПСнику. У вас очень много, короче. Дэну Хикану. Я всех перечислять не буду. Кого забыл, простите. Короче, Сваргеру, Сереге, все. На сегодня вы все мои боги. Погнали нахуй. Счастливо всем дороги, мы начинаем. Так. Блять, ну мохито охуенно. Вот это напиток. Ну, вот, это вот это мощь. Вот это вот Изовульф, вот это я вам советую. Прошлый ролик про Изовульф, это полное говно, я растоптал его ногами. Вы помните, там танцевал я еще. Когда старый там я снимал под песню «Толпы». Ну вот это пиздатый напиток, его можно пить 50 рублей, понимаете? 50 рублей. Вот эта хуета была, которая за 120 рублей, это просто, блядь, она, вот ей цена, блядь, 39 рублей в магазине Семишаги, понимаете? Полная хуйня, полная наебала и по вкусу, и по всему. Вот, все соответствует, блядь, мохито, мохито, цвет мохито, все заебись, не так, как это говно. Меня заебал прошлый ролик просто, так что не обращайте внимания, старичики, блядь, погнали нахуй еще раз. Пять из пяти, от настоящей мохито для настоящих мужчин. Согласен. Оценка твердая 5. Из Ленобласти будет там попьешь? Да пошел ты нахуй. Кашляет там еще, блядь. Спидозный какой-то. Калининская область сегодня не бьет. Калининская область отдыхает сегодня. Два великих человека снимают ролик. Ну. Специально на Nightwool Hero канал. Самый, покупайте, кстати, сумки, бронежилеты, короче. Новый мерч выходит скоро. Вот он, сумка, бронежилет. Я как легкий атлет, охуенно одет, пока твоя мама готовит 100 котлет. Всем передаю пиздатым чувакам и чикам привет. Это чисто на ходу, бля, был рэп. Все, уже в маске, чуть от нее не ослеп. Ой, бля, нихуя, жарко в маске. Все, давайте, охуенный напиток, пропускаю его дальше. И что там, пропускаем? Ну да, пропускаем. Все, пропускаем, советуем, короче. Изовульф, Fresh Mint, Мохито. Все, давайте, бегите в магазины. С вами был я, Nightwool Hero, и просто Юра. Всем бруталити, ай!